Этот необычный терапевт дарит радость пациентам самым неожиданным образом. Пэйо – 14-летний конь. Живет обычной лошадиной жизнью. Как и любая другая лошадь, он любит бегать и играть. Но одна вещь отличает его от большинства лошадей. У него необычайная чуткость к людям. Особенно к тем, кто болен. Два раза в месяц он посещает больницы и интернаты. Это помогает поднять моральный дух. И вызвать улыбку у тех, кто нуждается в этом больше всего. Пэйо может быть неистовым на лугу, но здесь он ведет себя как буддийский монах. Никто не заставляет Пэйо куда-то идти. Он сам решает, в какие комнаты он желает зайти. И, похоже, шестое чувство подсказывает ему, где именно он нужен больше всего. Этот человек смертельно болен. У него осталось мало времени. И есть проблемы с общением. Но когда Пэйо вошел в его комнату, они мгновенно поняли друг друга. Врачи были в потрясении, когда они увидели, что этот человек преобразился, как никогда прежде. Но примите тот факт, что не все обязательно должно иметь объяснение. Сотрудники домов престарелых говорят, что визиты оказывают необычайно положительное влияние на постояльцев. Хозяин Пэйо, Хасен, всегда с ним, пока они ходят вместе, улучшая настроение и общее самочувствие каждого. Поделитесь этим видео, чтобы выразить свое почтение этому особенному коню.